как приятно, когда о тебе заботятся, когда приходишь домой, а вкусный ужин уже готов. И это может стать традицией, если доверить приготовление еды Бендерскому мясокомбинату. Взять хотя бы блины. Все любят их есть, но не все готовить. Именно поэтому мы остановили свой выбор на уже готовых блинчиках с начинкой. Масленица обязательно должна быть с блинами. Причем каждый день можно лакомиться новой начинкой. С картошечкой, курочкой и на сладкое блинчики с яблочным повидлом, изюмом и творогом. Попробуйте и новинки с малиной и творогом. Приготовить такие блинчики просто, достаточно разогреть их в духовке, на сковороде или, может быть, даже в микроволновке. Кстати, один из секретов вкусных блинчиков – это сливочное масло. Блинчики получаются румяными, их почти не отличить от домашних. Примерно так готовят наши мамы. Блинчики нужно разморозить и зарумянить на сковороде. Малина с творогом отлично прогрелись. Выкладываем блины на тарелку и посыпаем сахарной пудрой. Сейчас мы вам покажем, что внутри блинчиков. Сладкоежки, приготовьтесь, это вкусно! Тонкое тесто и начинка богатая, даже соус не потребуется. Блины сохраняются благодаря шоковой заморозке. Эта технология не только сберегает вкус, но и форму изделия. Упаковывают блинчики в разные форматы. У нас коробочки по 8 штук. А эти блинчики для того, чтобы вы приготовили свои блины со своей начинкой. Я вам предлагаю попробовать Рафаэлло, где кокос, сгущенное молоко и белый шоколад. Идеальное сочетание. У Бендерского мясокомбината есть свои налистники. Они тонюсенькие, почти прозрачные. Но благодаря прямоугольной форме в них можно завернуть все. Делаем уже классическую начинку. Смешиваем творог, сгущенку и кокосовую стружку. Сворачиваем по простой схеме. Два раза в рулет, подвернули бока и готово. Теперь обжарим блины на сливочном масле. На следующем этапе у всех обостряются вкусовые рецепторы. Растопленным белым шоколадом поливаем горку из блинов. Чем гуще, тем лучше. На масленицу блинами нужно объедаться, чтобы год был богатый и сытный. Ну а блинчики от Бендерского мясокомбината и на каждый день идеальное решение.